Привет, друзья! С вами Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Сегодня не совсем обычный для моего канала урок. Пока ничего не буду говорить, вы сами все увидите. Скажу только, что в первом закрепленном комментарии собрала для вас дополнительные полезные уроки, которые могут понадобиться для рисования этого снеговичка. Хотя многие знают программу и ищут вдохновение и материалы для отработки своих навыков. Это тоже очень-очень здорово. Если нравится идея такой новогодней открытки, ставьте лайк прямо сейчас. Рисовать будем по эскизу. Напомню, что все эскизы ко всем урокам находятся в альбоме группы ВКонтакте. Ссылка на него в описании этого видео. Там же в описании есть ссылки на соцсети школы. У меня будет к вам большая просьба подписаться на Инстаграм и Телеграм школы. И, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что очень многие смотрят без подписки. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые уроки. И также мне очень важна обратная связь. Как вам такой формат урока? Или все же большинству из вас нужны подробные уроки? Будьте, пожалуйста, активными. От этого зависит, что и как я буду записывать в следующем году. А мы приступаем. Наслаждайтесь рисованием и прекрасной музыкой.